рецепты. И вот только мы добрались до рецептов. Я не даю вот эти, вот знаете, рецепты, дайте мне рецепты, все. А что, что, как, здесь он применяется, здесь он не применяется, противопоказания, показания и так далее. Дозировка, сколько применять, как действует. Ну ничего нет, дайте рецепты, все. И в этих рецептах блутает, как в лесу. Итак, рецепты. Чай из листьев березы. Чай с листьями березы можно заваривать свежим и сухим сырьем. Если свежим, то берут небольшие свежие зеленые листочки. Достаточно 4-5 листочков на стакан кипятка. Настаивают 5-10 минут. Пьют по 3-4 стакана в день при камнях в почках и мочевом пузыре, подагре и артрите, ревматизме, как мочегонное средство, при цистите, как патогонное средство. Ими можно почистить весной организм, если регулярно используя, так примерно недельки две попить. Из этого чая можно делать примочки при псориазе, экземе, герпесе. Использовать как тоник для лица, для ополаскивания волос. Если лист березы заварить вместе с березовыми почками, это усилит лечебный эффект. В отличие от почек, лист действует более мягко и не приносит вреда. В нем нет смолистых веществ, которые дают побочное действие, раздражают нежную почечную ткань. Ценность подобного смешивания в том, что оно усиливает мочеобразование без большой нагрузки на почки. Приготовление мочегонного настоя. Смешайте по 1 столовой ложке листьев и почек березы. 2 ложки. Хоп, смешали. Поместите их в термос и залейте стаканом кипятка. Настоять 3-4 часа. При обострении можно принимать до 6 раз в день. По половине стакана в теплом вине. Курс не более недели. Вариант. Сильным мочегонным действием обладает отвар сухих березовых листьев. Для его приготовления надо 1 столовую ложку сухих листьев залить 1 стаканом кипятка. Настоять в теплом месте 30 минут. Процедить, добавить. На кончике ножа чуть-чуть питьевой соды. Принимая по полстакана 2 раза в день за 30 минут до еды. Русские травники издавна как мочегонное средство употребляли сбор состоящих из 3 частей листьев березы, одной части корня одуванчика. Для приготовления настоя надо 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по четверти стакана 4 раза в день за 20 минут до еды. При отеках сердечно-сосудистого происхождения в народной медицине применяют настой из листьев березы. 20 граммов листьев заваривают в стакане кипятка и настаивают 4-5 часов. Лучше это делать в термосе со стеклянной колбой. После процеживания в настой добавляют немножко пищевой соды. Пьют по половине стакана 2 раза в день, курс 2-3 недели. О пищевой соде я рассказывал в одном из своих видосов. Вы можете найти его и посмотреть, либо прочитать у меня в газете. Отвар березовых листьев. Для приготовления отвара 30 граммов листьев березы заварить 2 стаканами кипятка и проварить на слабом огне 15 минут. Профильтрованный отвар добавит 1/4 чайной ложки пищевой соды. Отвар пьют по 100 мл 3-4 раза в день, как желчегонное и бочегонное средство. Делают примочки при порезах и абсцессе. В виде ванночек применяют при экземе. Курс 2-4 недели. Им рекомендуют ополаскивать голову, чтобы укрепить волосы и избавиться от перхоти. А при повышенном потоотделении ног обрабатывают кожу стоп и пальцев. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.